Юлии трое своих и четверо приемных детей. Семья Борисовых приехала поучаствовать в творческом конкурсе «Ассамблея замещающих семей», на котором представила город Дмитров. Мы первый раз участвуем в таком мероприятии, да. Художественная самодеятельность, творчество, детское, семейное, коллективное, индивидуальное, спортивные достижения. Заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина поприветствовала участников и гостей на торжественном открытии фестиваля. Вам доброго дня. Судей такого справедливого решения, но я абсолютно знаю, что мы выиграли все, потому что мы все сегодня собрались. Здоровья вам, благополучия вам и вашим семьям. На специальной площадке проводились мастер-классы для детей. Живопись и роспись статуэток, умелые ручки и даже йога. Все это было доступно всем гостям. Кроме того, в парке работали дискуссионные площадки и пункты психологического обследования. Каждый потенциальный или уже состоявшийся приемный родитель мог пройти консультацию специалиста по вопросам подготовки к усыновлению, а также развития и воспитания приемных детей. Сейчас основные воспитанники наши – это ребята взрослые, уже подростки, которым, вы понимаете, очень сложно подобрать семью. И вот мы стремимся сейчас не родителям подбирать ребенка, а чтобы ребенок нашел в себе свою семью, чтобы мы исходили из интересов и потребностей ребенка. В рамках фестиваля были подведены итоги финала конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей Московской области», в котором приняли участие семьи из разных городов Подмосковья. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».